Вы думаете, у меня нет такой власти? Самое говно, что могло упасть, самое говно! Наивные глупцы! Это было неплохо, правда? Дисклеймер. Это видеонарезка Twitch стрима. Крайне рекомендую заценить и подписаться. Welcome to the Maniac Club. Песня ему так себе. Песня ему так себе. Лучшая песня в мире. Просто лучшая. Кстати, Юрио Гейм, добро пожаловать в клуб. Ты к нам пожаловал крайне вовремя. Я надеюсь, тебе у нас понравится. Крышка упала, значит, уже пьян. Фриз, ты меня слишком хорошо знаешь. Я уже в хламину, все нормально. Тем не менее, господа, приветствую вас. Добрый вечер. Новопривывших тоже приветствую. Надеюсь, вам у нас понравится. Сегодня у нас стрим не совсем обычный, как всегда. Сегодня каждая подписка, которую вы оформляете, идет на ЗСУ, на Збройные силы Украины. Так что, если хотите нам помочь, прошу, оформляйте подписочку. Бицы считаются, да, но начиная с 1000. Планы на стрим. Первое — почта, второе — open case. Привет! Roller Drive. У нас сейчас, кстати, была песня до начала стрима, называлась Lonely Rolling Star. Очень похожа на твой ник. Песня шикарная. Кто не слушал, послушайте. Это из Катамари Дамаси игрухи. Я могу включить. Рейд от Влада! Боже, дождались рейда от Влада, приветствуем, господа от Влада, господа в трейде, приветствую вас, пью за ваше здоровье, Владу привет. Это реально наш новый белый маг. Я по-другому этого человека назвать не могу. Этот человек выигрывает уже пятый или какой-то раз подряд. Подгрудка. Нет, не работает подгрудка у меня в рулетке. Уолтер. Ой, боже, ладно, давайте включим. Тодайуэабе лист оф топ 5 Вальтер Уите. Número 5. Вальтер Уите Ballin. Número 4. 3 de Вальтер Уите. Número 3. Усиенберг. Número 2. Gamero Вальтер Уите. Honorable mención. Número 1. Вальтер Уите. Yo, excuse me. What are you listening to? Oh, cool. Thanks. Дерьмо полнейшее. Погладит Карла. С удовольствием. Карл гладится. Только для тех зрителей, которые сегодня зашел. Зашли. У меня есть кое-что еще, кроме официальных спайкрабов. У меня есть кое-что еще. Если вы не видите, что там написано, то Zemenic Club Victory от Эллен Маклейн. Я надеюсь, все знают, кто такая Эллен Маклейн. Это немножко меньше кто знает, но все равно это крутяк. Может, кто-то знает. Скорее всего, из 60 человек кто-то это знает. Постер от Джоэля. Официальный. В 3D постер, типа. Ну, типа, переливается. Мне должен еще один постер прийти из Team Fortress, но пока что они тупят очень сильно. Что я еще могу показать, кроме... Его я показывать не буду. Я могу... я знаю, что я могу показать. У меня есть кое-что очень крутое. Крайне крутое. Пластиночка. Так, хорошо, почта. Итак, Лаптритик первая сбросил. Разработка игры под кодовым названием «Заказ Боярина 2» закрыта, а вот еще арт. Я боюсь.
Шикарный боярин, Лаптритик. Боже, сигареты еще раз крашены? Нихера себе. У сигареты больше деталей, чем у лица. Согласен. Если что, моя почта zemennik.club@gmail.com. Можете присылать все, что хотите. Омлетус! Краткий синопсис того, как я работаю с игровым движком. А еще зацени отрывок из одной песни, она без авторских прав, и скажи, как тебе. С удовольствием. Так, как я работаю с игровым движком? Поехали. Я в Unity приблизительно так же самое. Так, хорошо, и... Вообще стильненько, мне нравится. Тоже для какого-то босс-баттла. Сергей Бебра. Рейтни то, что я делал в SFM 1 час. Я видел это. По-моему, ты в творческую галерею выкладывал. Честно, неплохо. Освещение мне очень нравится. Оранжевые волосы так вообще. С фоном хорошо сливается. Реально топчик, молодец. У меня приготовлена крутая тема, но я еще не доделана. Не знал, что сегодня стрим. Я тоже не знал, что сегодня стрим, извини. Кстати, Пулфи подарил мне подписку, опрос. Если он будет требовать душу, что делать? Не продавайте душу Пулфи. Просто боярское предупреждение. Не продавайте душу Пулфи. Лаптритик, поехали. Пулфи был прислуга дьявола, но он сбежал и стал обычным челом, и Рома сделал его чертом. Не я делал его чертом, он сам сделался чертом. Вообще, коллегия, высшая коллегия постановила, что он черт. Греймен, вот что значит курение убивает, ну, снайперу похеру. Yes! Не нашел в соцсетях Зименник. Если что, я есть в Твиттере, я есть в гребаном ТикТоке, я есть на Ютубе, я есть в Дискорде, я есть на Твиче, наверное. Даже не уверен. Ууу, Омлетус. Луп херовый. Ах, моя давняя любовь. Найс. Омлетус, я в это поиграю. Я даже в это поиграю. Оно хорошо смотрится. Мне нравится. И теперь, все, кто не хочет оглохнуть, пожалуйста, отключите звук на ближайшую минуту. Ладно, это была ошибка. Это была ошибка. Крош, Рома, MP3. Будем ли мы это слушать? Будем. Рома, когда стрим? Да, иду! Ах ты, стой с подвалом! А два брата в подвал, блин! Кто открыл, блин? Не беспокойся, Рома, он не выберется. Так, блин. А вот про подвал не надо. Подвал — это наша сакральная тема, о которой мы не говорим на стримах. Трейди! Уйди! Ты... Призываешь, бляха, эти самые, как они называются, неудачу. Пошли. Нет! Никакого войса тебе не будет! Каждый open case, который я проводил в трейде, был неудачным. Вообще нихера не подал. Ни Unusual Fire, ни Unusual, нихерища. Возьми трубку, я желаю тебе добра. Я возьму трубку на одну секунду. Давай, Рома. Нет. Все. Сейчас будет удача, я серьезно говорю. Я серьезно говорю. Два. Я, тебе не выпадет ничего, если ты сейчас сбросишь. Тебе ничего не выпадет, если сбросишь трубку, хорошо? Вы думаете, я слабый? Вы думаете, я не могу сбросить в трейде? Вы думаете, у меня нет такой власти? Наивные глупцы! Я один из немногих людей, который сбросил вызов в трейде, когда он мне звонил. Ладно, я ему сейчас позвоню. Но это было неплохо, правда? Что ты хотел сказать? Знаешь, просто хотелось пообщаться вечером, социализироваться как-то с людьми. С удовольствием, с удовольствием. Ну, да. Но кейсом мы не будем. А, ты лонг... Ага.
Ром, поверь мне, пожалуйста, открой кейс. Я серьезно говорю. Один, при тебе я открою один кейс. Один это что? Ты один открыл бы, тебе тоже ничего бы не было. Смотри, нет. Если то, что открыл, сейчас я здесь... Давай так. Тебе открываю один кейс. Если из него падает Анж, я тебе его даю. Типа да, но типа я не хочу, чтобы мы... Ты скидывал звонок. Я скину звонок нахер. В любом случае, даже если выпадет. Почему? Это же нелогично. Полностью логично. Верни ему Unreal, который ты обещал. Мистер, вот, иди нахуй. В смысле, я ничего не обещал, по-моему, если я правильно помню. Я тебя потише сделаю. Да, можешь вообще выключить. Да, конечно. Почему буллинг? Подожди, ты потише меня сделал, да? Почему булишь меня, я не могу понять. Почему, Рома, Роман? Хорош. Хорошо, все, open case. Один кейс при Владе. Если unusual, то это ему. Все, поехали. Влад, выбери кейс. Шестой. Девятый ключ. Нет, ты ошибся, подожди. Ты ошибся сейчас. Я херею. Нет. Ну что ж, мы прощаемся он с трейдером. Он unusual был, ты не увидел. Просто Рома, пить хватит. Это было быстро. Так, у нас еще 39 кейсов. Но на этот раз без трейди. Уж мне не везет, когда он рядом. Я его врублю на последний кейс. На последний кейс я его врублю. 1-4, поехали. Штаны на скаута! Хуртовые не штаны. И... Южфай. Вау, убито медиков. Не, стой, убито пидди и уберзаряда. Убито во время действия уберзаряда. Окупился. Оно 40 ключей стоит. Эта херь стоит 40 ключей. Я окупился. 26 жоп. Наконец-то! Самое говно, что могло упасть. Самое говно!